В наше время не было стиральных машин, не было пылесосов и интернета, и нормально жили, все делали ручками. Так ваше время прошло. Да, мои хорошие, настал век прогресса, где ваш культ страданий вообще не актуален. Понятно объясняю? Да, закончился, кстати, тоже тот век, когда мужчина абсолютно о себе не думал и заботился только о женщине, всю эту зарплату отдавал ей. Сейчас мужчины думают в первую очередь о себе. Понятно объясняю, дорогая моя?